Всем привет, я Алекс. А ты катался зимой по Питеру на велике? Нет? Тогда погнали. И еще, смотри ролик до конца, будет много интересных моментов. Мы поехали уже. А точнее, я и так. Ну и вот. Когда катаетесь на велике, всегда соблюдайте правила дорожного движения. Впервые катаюсь по зимнему Питеру, это не очень уж легко. Например, мы сейчас едем по льду. А ты тоже снимай вышку? И... Саня одевает свои варежки боевые. Саш, ты первый твой опыт катания на велике зимой? Да. Ну, нравится? Да. Отлично. Советуешь своим зрителям? Конечно. Давай, погнали. Не так просто ехать на велике зимой. Решили снимать этого ребенка. Ну, вообще прикольно. А знаете, что самое прикольное? Я не понимаю, куда смотреть. В камеру или на дорогу? Смотреть прямо на дорогу. Блин, не про... Давай, давай, газуй. Когда вы едете по зимой по снегу, советую включать передачу по ним. Саша, едь чуть правее. Привет. Я решил по ступеньке проехать. Плюс того, что когда вы катаетесь зимой на велосипеде, можно делать полицейский разворот. И сейчас я это вам покажу. Реально надо сильно разогнаться. И резко нажать на тормоз задний. И делать поворот. Саня делает полицейский разворот. Так, то так. Ну что, куда мы сейчас едем? Мы сейчас едем в Центральный парк на Крестовском острове. Мы почти подъехали к мосту, чтобы приехать на Крестовский остров. Сейчас мы будем переезжать через мост. А? Сейчас тут Саня что-то придумал. О, к нам солнышко вернулось. Пап, ты только едь за мной, ладно? Советы передачи сделать повыше. Я просто хочу кое-куда съехать. Подъедь, ты. А вот оно! Ай! Пап, ты зачем упал? Оказывается, на снегу с хорошей резиной хорошие тормоза. Я хочу здесь съехать. Давай! Круто! Пап, нам говорит, блин, нету, что я экстремал. Саня, экстремал. Ай, все, приехал. Любишь кататься? Люби велосипед по снегу таскать. Мы сейчас едем в магазин покупать булку для уток. Пап, сейчас надо разогнать. Я чуть не упал. Подаю деньги, и я иду покупать булочку. Мани. Велик скучает без Сани. Ну, а сейчас скоро придет. Мы почти приехали. Давай. Вот тут уманивают утки. Ну, расскажи идею, как выманивать уток будешь. Ладно, кусочек бросаем на лед, чё? Утки засуетились. Ой, селезень утку защипал.
Уток. Уток паника. Саня, щедрая душа, разбрасывает хлеб. Да. Самый хитрый. Уволок. Ну спокойно, поесть ему все равно не дадут. Смотрите наш канал, подписывайтесь и ставьте колокольчики. Пока!